Добрый день. Вот плазморез. Я так понимаю, вот этот вот ящик идет вместе с плазморезом, потому что провод туда уходит. Сейчас я его открою и сфотографирую. Ну и вот здесь вот рукава. Так, вот этот вот тоненький кабель, где-то 5 метров. Вот этот потолще, он 3 метра идет. Так, голова, я так понимаю, что идет вот здесь вот на станине, на станке на самом. Режущая. И вот она идет что-то тут, короче. Тут какие-то еще идут рукава.